Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами сделаем упражнение под номером 60. Прочитаем задание. Составьте предложение, употребив в них предлоги со словами из данной выше таблицы. Эту таблицу вы сможете найти в учебнике. Вот какие предложения мы можем составить. Солнце вышло из-за туч. Предлог «из-за». Из-под крыльца вылезла кошка. Предлог «из-под». Из-за леса выглядывают большие горы. Предлог «из-за». Вот и все. Спасибо за внимание.